Давай, я готов копать навоз. Я голем. Я голем, приказываю. Маша, ты будешь орать или что Нет, делать? Я буду делать, ты я голем. Вы орете, а я делаю. Ты я голем, молчаливый. Голем, я Маша, голем. Можешь не орать? Потому что для этого всю жизнь на меня орали, а я молчал. Давайте, что делать? Да мне не вот я. Я тебе штаны для чего купила? А сверху что? Я голем. Я всего лишь голем, а не человек. Приказывайте. Приказания жду. Мне, блин, скучно, брат. Боюсь, скука — это первый шаг к рецидиву. Оу! Хочешь это иметь? Налоги повысили. Готов все налоги отдать. Хочешь заплатить налоги? Я готов. Гудбай. Нагнайбулина. Прощай ты навсегда. Давай еще одевать. Ты же сказал, переоденься, тебе сказала. Так я холодно мне. Вон тужурки, бери любую. Хоть я и голем. Вон они тужурки все. Давай, одевай советскую тужурку. Любую. Да, женскую. Вот можешь твою. Нет, я хочу женскую. Потому что я, чертов, патриархальный вот спермобак. Я. Ты достал меня. Ты, блин, понимаешь, что ли? Нужно бороться! Саша, знаешь что, если ты так будешь себя вести, ты здесь не нужен. Нет, я нужен. Нет, я не нужен, потому что я мужчина. Саша, ты можешь молчать? Хорошо, молча, хорошо. Дай делать то, что тебе говорят. Хорошо, когда я тебя прошу молчать, ты не можешь замолчать. Ради... Ты в этих штанах будешь, испачкаешь. Где белый пакет, который я тебе дала принести? Где пакет? Вон. Зачем тебе сюда в руки? Затем, что я безмозглый мужичок-то. Термобак. Саша. Ты можешь замолчать и вести себя по-человечески? Я просто отвечаю на твои вопросы. По-человечески отвечаю. По-человечески? Нет, я не говорю. Человек. Я мужчина, я не человек. Саша, достал. Разве может быть мужчина человек? Только женщинесса заткнись, человек. Заткнись, замолчи. Слушаюсь, женщинесса. Это, дай ложку, пожалуйста. Нету здесь ложки. Как нету, да, штаны бери. Слушаюсь, женщинесса. Где его ботинки, которые он в том году был? На какой карате? Чёртовы милитаристические штаны, неудобные. Сжимает мое достоинство. Так. На, одевай. Чё давай? Чё на? Иди сюда, одевайся. Одевай здесь. Самые, это, и возьми крестьянина. Эти. Ещё оставшиеся наши предки, когда они были крепостными крестьянами. Обувь. Я готов. Можешь мне стегать кнутом ещё сказать. Саша, ты заткнёшься или нет? Я рупор пропаганды против патриархата. Черт, патриархат. Мой отец платил алименты 20 лет. Ой, заткнись, замолчи. 15 лет или алименты платил. А надо было, чтобы вы еще христали. Ты заткнешься или нет? Хорошо, заткнусь. Я заткнусь, слушаюсь.
Мэм. Вот, одевай, иди. Я буду только в этих штанишках. Обувайся. Бери этих кроссовки. Что, мне эти одевать? Вот, вот ботинки. Теки, да? Зачем? Потому что мне будет больно. Саша, здесь грязные ботинки очень. Ладно, я не должен жалеть себя. Одевайся, обувайся здесь. Что ты здесь грязь, грязь? Куда ты пошел? Да, давай. Обувай кроссовки, иди сюда, становись. Я не могу обувь, потому что нет ложечки. Я мужичонок, ложечка не позволю. Иди на цыпочках, иди сюда. Как цапля буду идти. Саша, ботинки одень и иди на цыпочках. Хорошо, как цапля буду. Слушаюсь. Хочешь к цапле? Саша, заткнись. Ты специально так ведешь себя, чтобы не работать? Нет, я почему? Я наоборот. Так заткнись. Так чтобы вы на меня не орали. Я... На тебя никто не орет. Да вы орете постоянно. В 2,5 часа лекции мне бабушка читала, что у меня весеннее обострение началось. Ты чего здесь устраиваешь? Да потому что весеннее обострение началось из-за бабушки. Я молча сидел, слушал, у нас 2,5 часа. Тебе успокоительные надо было выпить, прежде чем ехать сюда. Я так выпил. Что-то не действуют, они в обратную сторону действуют на тебя. Сколько мне еще носков одевать? Хватит, ты обуйся сначала. Бабушка 2,5 часа лекции не читала, у меня обострение психическое началось, бросила подписчиков. Саша, ты 10 раз это сказал мне, ты можешь заткнуться? Просто молча делать. Вот когда я тебе скажу... Я молчу, и ты молчи. Хорошо, слушаюсь, моя богинесса. Ты не слышишь меня? Нет, слышу все. Хочешь, тебе песенку спою? Так, я сейчас собираюсь уезжать. Да не, все, тихо. Я молчу. Все, тихо. Смотри, какие ботиночки я делал. Флекс. Флекси. Я флекшу перед своей герлой. Смотри, моя бэйби. Yo, girl, look at this. Заткнись, я сказала. Вон второй носок одевай. Иди помогай бабушке. И молча, без разговора, без реплик. Да, я голем. Или я сейчас собираюсь, уезжаю? Не. Я голем. Молчаливый голем, выполняю команды. А где-то это, звезда Давида там у бабушки была. Заткнешься? Я говорю, я действительно сейчас соберусь и уеду. Я хочу звезду Давида видеть. Все, Саша, я уезжаю. Нет, все. Я пошел работать. Я должен работать, потому что звезда Давида бабушкина. Бабушка любит звезду Давида. Заткнись, иди. Все, я пошел. Пошел копать звезду, чистить на воду. Смотрите, какие у меня клёвые флекс. Little boy peep with a brand new beat in the back in the club with the guys boy clip. Eyes I tease and the eyes I click in the limousine team super suck my beat. Friends eat shop when you invent shop. All motherfuckers tell bitch good luck. Слушай, бабушка, где у тебя это? Так была такая штука со звездой Давида синей. Она помогает мне трудиться. Вот ведра, бери, носи. Вот тут будет. Неси ведра. Где ты ее вообще взяла? Иди, неси ведро, я насыпаю. Хорошо, где ведро?